Друзья, всем привет, всем отличного дня. Вот тут мы, собственно, и живем. Живем мы в отеле Меретинский. Здесь апартаменты такого отельного типа. Где-то 40 квадратных метров с небольшой кухней. Ну что, погнали в рум-тур. Очень небольшой коридор, буквально маленькое зеркало. Здесь у нас ванная комната. Со всем необходимым, стиралка. Очень обычная ванная, ничего особенного. Небольшая комната. Здесь а-ля гостиная, обеденный стол, телевизор, супер маленькая кухня, кофеварку, мультиварку привезла с собой. Здесь была только СВЧ, холодильник. И, кстати, заметьте, зачем-то еще один холодильник здесь, в комнате есть. Вот, небольшой. Вот сама комната, очень маленький шкаф, еле мне сюда все поместилось. Вид у нас второй этаж. Вид вот такой, на детскую площадку. И здесь спальня. Квартира небольшая, но есть необходимое. Посмотрим, как же я здесь поживу 2,5 месяца. Гермесеш, ну что, ты готов? Собрался на море? Ты наш хороший пес. Идет загорать. Такой милаш. Вот так и загораем. Шмарафон с вами работает. Так что всем отличной продуктивной недельки.